Здравствуйте, друзья! Йоланда Чен, российский спортивный комментатор, прокомментировала слова тренера олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, Валентина Николаева, раскритиковавшего Этери Тутберидзе. Напомню, ранее Николаев назвал Этери Георгиевну отличным менеджером, но никак не сильным тренером, а также обвинил ее в том, что она калечит спортсменок. Со слов Йоланды, великие тренеры Татьяна Тарасова и Елена Чайковского, так как они подготовили самое большое количество чемпионов Олимпийских игр и мира в разных видах фигурного катания. Вот это действительно великие тренеры. Что касается Этери Тутберидзе, я очень далека от мысли считать ее великим тренером, рассказал Чен в интервью Sport24. По мнению Чен, ученики Тутберидзе добились явных успехов, но речи о ее величии не идет. Хотя, конечно, Этери Георгиевна является тренером с большой буквы. Однако с остальными доводами Николаева Чен не согласилась. Например, с тем, что в хрустальном калечит фигуристов. Со слов Йоланды, абсолютно обычно для профессионального спорта, когда многие спортсмены не справляются с нагрузками, а добиваются успеха лишь единицы. И это выбор конкретных атлетов и никак не вина тренера. По-моему, логика Йоланды несколько ущербна в вопросе определения величия тренера. Со слов Чен, для того, чтобы стать великим, необходимо тренировать и мужчин, и женщин, и пары, и никак иначе. Очень странная позиция. Несомненно, Татьяна Тарасова и Елена Чайковская – великие тренеры. Они это доказали своей продолжительной и успешной карьерой. Однако Этери Тутберидзе также достойна этого определения. И даже не из-за того, что ее фигуристки на протяжении трех олимпийских циклов являются непобедимыми на мировой арене. Тренерская деятельность Тутберидзе заставила стагнирующее женское фигурное катание сделать гигантский шаг вперед. Именно благодаря фигуристкам «Хрустального» в мире всерьез заговорили о реальной конкуренции женщин с мужчинами, что довольно уникально для спорта в целом в фигурном катании. Доминирование россиянок на мировой арене стало подавляющим, а сами спортсменки превратились в узнаваемых во всем мире суперзвезд. Уникальность Тутберидзе тренера заключается и в том, что она подготавливает не одну-двух фигуристок на олимпийских цикл. Каждый год «Хрустальный» выпускает несколько спортсменок, с которыми на равных могут соперничать лишь другие подопечные Этери Георгиевны. Да, ученицам Тутберидзе еще далеко по количеству побед, да, например, чемпионов Татьяны Тарасовой. Однако уже сейчас можно сказать, что для развития всего вида спорта Этери Георгиевна сделала не меньше.